Дорогие зрители, добро пожаловать на наш канал. Чтобы не пропустить свежие новости шоу-бизнеса, обязательно подписывайтесь. Каждый день мы публикуем актуальные новости из мира звезд и кино. В Харькове скончался советский украинский композитор, пианист, педагог, профессор Владимир Михайлович Птушкин. Он родился 29 января 1949 года в Луганске. Учился в Харьковском институте искусств. В 1972 году окончил фортепианный факультет, а затем в 1973 – композиторский. Также в 1972 году он начал работать заведующим музыкальной частью Харьковского драматического театра имени Пушкина. Известные музыкальные произведения автора для детей – «Дива дивные», детские мюзиклы «Солдат и Настенька», «Ну-ка, Гулливер», «Приключения Бартиши», «Деревянный король» и другие. Не менее славен Птушкин и со своими взрослыми музыкальными произведениями для театральных постановок. Среди них спектакль по пьесе Островского «Последняя жертва», «Макбет» Шекспира, «Последнее лето» Симонова и десятки других. Также Владимир Михайлович ставил и в театрах Москвы, Тбилиси, Чернигова и Ужгорода. Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким.